Всем добрый день, дорогие друзья. У нас уже день, время к 4 часам подходит. Егора приехал со школы, и я еду за лекарством в аптеку. Мне надо купить арбидол и физраствор, потому что я сейчас посмотрела, у меня физраствора там вот так вот в бутылочке осталось. Мне надо купить для ингаляции, потому что врач сказал, можно еще поингалировать их. Поэтому едем в город. В городе жду автобус. Сейчас ходила, там у нас магазин новый открылся, ДНС. Технику, да что продают. Хотела холодильник в кредит взять, а мне не дали. Значит, останемся без холодильника. Ну и пофиг. Скоро зима. Памятник наш. Ко Дню Победы всегда сюда венки несут, свадьбы ходят, тут тоже фоткаются. Сейчас жду автобус и поеду домой. Купила арбидол и анаферон разные возраста, потому что детей, и взяла разные таблеточки. Хотя врач говорил только арбидол, но я на всякий случай перестраховалась. Ване еще ведь нету 3 лет, поэтому взяла ему анаферон. Ладно, ждем автобус и идем домой. Все, дорогие мои, приехала домой, зашла в аптеку, купила лекарства. Врач нам назначил арбидол, я взяла вот такой вот арбидол. Он 187 рублей 20 копеек, 10 таблеток там. Но он идет от 3 лет. А так как у меня Вани нету 3 лет, я спросила, какие есть еще препараты. И мне дали вот такой вот анаферон детский. Тут 20 таблеток. В общей сложности у меня вышло 400 с чем-то рублей, но я у мужа на карте списала бонусы. Поэтому я оплатила только 207 или 208 рублей за 2 упаковочки таблеток. Зашла еще также в магазин, купила 3 белого, 1 черную, вот такую булку с маком и молока 4 литра. Это все мои покупочки. Сейчас буду топить печку и готовить ужин. Так что оставайтесь со мной. Так, дорогие мои друзья, начинаю готовить, кушать. Занесла еще бумажные полотенца, что-то у меня дома все закончились. Принесла. Хочу сейчас спагетти, но тут что-то посолила, спагетти путем нету. Лапша есть. Так, извините, там дети дерутся. Прошу прощения, дети между собой дерутся. Вот этот, помните, контейнер купила для спагетти, хочу переложить у меня, потому что лапша есть гречневая. Но тут я посмотрела, она разная. Она, видите, две разные фирмы. Но она, по идее, тоже гречневая. Поэтому я хочу сейчас переложить их в контейнер, чтобы место освободить. И затопила печку. Сейчас буду готовить, кушать. Вот у меня Ваня с Мариной не могут, ребята, знаете, дружно жить. Я не знаю, может, у одной у меня вот так вот, что вот они между собой дерутся или нет. Ну-ка напишите мне кто-то, у кого между собой дети дерутся. Будет даже интересно посмотреть. Или у меня у одной так. Они сейчас еще болеют, так они вообще ничего путем не хотят. Пытаюсь впихнуть спагетти, чтобы удобнее было хранить их. А то сейчас у меня здесь питом на кухне не развернулся из-за этого ремонта на кухне. Ну ничего, скоро доделаем, немножко осталось. И потом покажу конечный результат. Все, получилось половина контейнера. Оно будет вот так вот стоять и нормально. То в упаковках не будет. Удобно вот такие вот контейнеры. Я хочу вообще все такие сделать. И на рис, и на гречку, и на все остальные продукты хочу вот такие вот контейнеры. Очень хорошие, удобные, вместительные. Много туда помещается. Вот у меня 3 пачки влезло, но 4-я тут тоненькая. Я ее туда не стала делать. Я ее сейчас прям отварю сразу же, чтобы она у меня не лежала, места не занимала. Так, мясо убираем. Егорушка мне занес картошку с морковкой. Сейчас буду чистить, нарезать, тереть. Видите, какая морковка? Вот тебе и морковочка. Так, ладно, сейчас все нашинкую. Сварю рис, рисовый супчик. И хочу потушить капусточку на сковородочке. Так, немножечко, как гарниром. Ладно, приступаем готовить, кушать.
Так, дорогие мои, поставила уже делать зажарку, морковку натерла, поставила, капусточки нарезала, занесла еще два кабачка, хочу пожарить. Вот такие вот два красавчика. Хочу просто пожарить на масле, с солью, на масле, больше ничего не хочу делать. Картошку почистила, сейчас буду ее шинковать. Шинковать, нарезать ее. Ну и заодно с вами поболтаем. Так, детки там играют конструктором, просто захотелось что-то поболтать. Ну, тут и на несколько вопросов тоже ответить. Мне многие, знаете, что пишут? Настя, вот ты заказывала себе много селфи-палок всяких таких. Почему ты на них не снимаешь и всегда с рук снимаешь? Когда вот иду, например, по городу или что-то, да? Дорогие друзья, у нас в городе люди, когда ты идешь с селфи-палкой, они так странно на тебя смотрят. Я как-то шла так. Ну, больше что-то не рискую. Но, по идее, у меня есть разные, да, селфи-палки. Буду снимать на них ходить. Просто я сумку их никак не могу бросить. Мне надо какой-то такой рюкзачок, что ли, прикупить женский какой-то такой, чтобы раз закинул на плечи и ходить. И чтобы туда можно было побольше ложить, ну, вот, например, селфи-палку, телефон, батарею запасную. И сегодня вот ходила в ДНС, этот магазин, да, и там смотрела экшн-камеры. Одна вот там 4G, по-моему, или не помню, как называется точно, есть что-то около 3000. У меня раньше такая была, мне она очень понравилась. У нее качество, по идее, хорошее. Можно снимать, ходить просто и снимать. Удобно, она маленькая и удобная. И вот я думаю, деньги получу нынче и прикупить ее. Чтобы не только на телефон снимать, а параллельно что-то еще снимать. Да, Егорушка? Ты уроки сделал? Не делал. Делаешь много еще? Да. Все понятно. Телескоп, который я тебе дал, да? Ну. И сказать, завтра сдать. Завтра? Да. Ну хорошо, я заполню. Сейчас кушать приготовлю и заполню. У ребят спрашивают, на какие кружки они хотят в школах. Листочки нам сегодня раздали. Мне вот надо заполнить. Егор, а тебе что писать там? Гитара и что еще? Бокс? Он сам не знает, на что еще хочет. Ну вот на гитару мы музыкальный напишем инструмент. Егора! Ушел, не слышит. Он сегодня рассуждал, на что еще можно. Я говорю, ну вот раньше ты ходил на шашки, шахматы. Я говорю, запишись опять туда. Ты на что еще? Вот гитара, что еще? Откуда мне знать? Бокс? Я не знаю, что. Какие, ну, деньги? Спортивные. Гитара, какие? Бокс, все, пойдет. Ну, не бокс напишу, а спортивные какие-нибудь, да? Двигать неохота, логика. Так нет, там же не только бокс будет. Может, волейбол, баскетбол. С мячиком как-то у меня. Играешь? Волейбол нет. Вот баскетбол, может быть. Ну вот напишу баскетбол. А я, кстати, тоже в школе больше любил баскетбол. Ильюшка также играл в баскетбол. Ну, Ильюшка играл в баскетбол. Моя паша гитара есть. Ну вот на гитару, да, он на гитару. Он все-таки... У нас тем более сейчас, вот, которую школу здесь закрыли на автобазе, это получается две остановки туда идти. А? И там сейчас хотят в этом здании, так как здание-то осталось, сделать это кружки. Извиняюсь, звонят. Так, Егорушка принес мне вторую сковородку с летней кухни. Я уже нарезаю кабачок вот такими небольшими дольками. Ну, не толстые. Хочу это пожарить просто. Кто любит кабачки, ставьте лайк. Или плюсик. Как вы думаете, почему у меня свинка сегодня молчит? Потому что мама тут овощами занимается, и ей надавала и кабачок, и капусту, и морковки. Ей пока некогда пищать. Думала, я теперь буду всегда, перед тем, как снимать, буду всегда ей что-нибудь в рот пихать, чтобы она молчала. А то некоторым подписчикам не нравится, что она пищит. Мне кажется, наоборот, должно нравиться, что свинка пищит. Хоть что-то живое пищи, да? Чё хочешь? Говори.
говори. Ну, Егора. Тут у меня Егора стоит и стесняется сказать. Че стесняешься? Надай свинки. Ну дай, пожалуйста. Да тебя там не видно, тут зеркало только видно. Говори, что хотел. Сейчас буду жарить кабачок. Сковородка разогрелась. И ложим. Я просто ложу и потом сверху солью посыпаю. Без муки. Мучные как-то мы не очень любим. Раньше с мукой всегда жарила, а сейчас не стала с мукой жарить. И быстро. И накрываю крышкой. Все. Пусть себе томится. И жарится дальше. А я еще решила побольше капусты нарезать. Потушить побольше. Детки у меня любят тушеную капусту, поэтому будем тушить. Ладно, дорогие друзья, тут мне опять звонит, извиняюсь. Позвонила подруга, что завтра опять отключение воды. И также это позвонила дочь, что уже мама говорит, я забрала Катюшу, она говорит, у бабушки была. И сейчас приедут домой уже. Так что все хорошо. Я так надеюсь, что у нас здесь откроют кружки рядышком, будет удобно то, что я смогу в любое время ребенка со школы, вот, например, Оксану смогу водить, даже который маленький, на лопух, ой, Мася. Мася у меня ест картошку. Кто не знает, кто такая Мася, это собака, йоркширский терьер. Я не знаю, почему, но она у нас любит сырую картошку. Вот прям стоит, вот сейчас тут стояла и скулит аж, так тоненьким голосочком поскуливает, чтобы я ей дала картошку. Напишите, у кого животные, что любят вообще из овощей есть. У нас тут любит картошку Мася. Да, Мася? Крысы любят бананы. У меня дети всегда с ними бананами делятся. Обожают прям бананы, это для них вообще. Лапуська больше любит арбуз. Мы всегда арбузные корочки ей даем, она прям за ура их кушает. А Тайсон что у нас как-то... А, он яблоки любит. Я как-то шла, у меня яблоко в руках было. Он так аж попросил, я ему дала. Он съел его только в путь яблоко. Ладно, готовлю дальше кушать. Пишите, что у вас сегодня на ужин было, на обед. Мне тоже будет интересно. Может, какие-нибудь рецепты подкинете. Только не сильно сложные, но вот постараюсь пока. Потому что в полевых условиях готовить приходится. Поэтому пишите какие-нибудь рецепты. Мне надо как можно быстрее мясо потратить в холодильнике, чтобы оно у меня не испортилось. Потому что холодильник текет. Ну ничего, истратим. Сейчас в суп бросила куриное филе. У меня лежало от курицы два кусочка. И вот в суп бросила. Варится бульончик. Жарятся кабачки. Будет тушеная капусточка. Наедимся. Ладно, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, такой вопрос написали мне. Настя, зачем вы показываете детей, как они на развалюхе на какой-то играют? Они, во-первых, играли на досках, они там себе построили и магазинчик, и у них там еще что-то, парикмахерская, по-моему, что ли, Марина говорила у нее там. Я как-то к ней пришла, я говорю, что тут у тебя? Она говорит, парикмахерская. И магазинчики. А вспомните свое детство, как вы играли, у вас... Вы тоже из досок, из старых. Вот я, например, когда меня бабушка забрала, у нас там была старая банька. Дед в нее разрешать играть не давал. Так мы взяли на чердаке, сделали шалаш. И залазили туда лестницу и играли. Помните свое детство, во что вы играли? Вы тоже так же из досок, всякие баночки собирали, делали магазинчики. Мне кажется, ничего в этом такого нет, то, что дети там что-то строят себе, магазинчики там всякие, парикмахерские, домики делают. У них домик есть, по сути, но там вот сейчас, пока картошка у нас сохнет, потому что, ну, негде положить картошку. И вот так вот и получается.
Я не понимаю, что такого, что дети. А вы что, в детстве не лазили по всяким доскам? У нас, помню, дед, когда привозил дрова в деревне, мы всегда по этим дровам лазили. А раньше же хлысты большие деревья привозили, и дед сам пилил. И мы всегда вот на этих деревьях лазили. И ничего такого. И на деревьях, на обычных, на черемуху мы залазили, черемуху есть. И на крышах-то мы лазили, и где только не лазили. Вспомните свое детство. Почему вы так реагируете, что вот дети у вас там-то, там-то, что-то где-то лазит? А доски? Доски это нужны все в хозяйстве. Где-то что-то подлатать. Вот нынче забор немного менял. Потом еще дальше забор надо менять. Ему только надо эти... Столбы, у нас столбов нету, чтобы забор дальше менять. А так, по идее, остальное у него все есть. Я не понимаю, почему люди так реагируют. Ну, играет ребенок там, и что? Они же не на мусоре на ком-то, они на дощечках там сидят, там доски чистые, доски все хорошие. И сидят там, играют. Не знаю, ребят, как. Я с улыбкой все это воспринимаю. Да, Оксана? Угу. У вас там и магазинчик, да, есть? Да. И парикмахерский у них там есть. Так что детям весело. Это свой участок, это хорошо. Это детство. Детство это когда ты можешь что-то играть, делать. Это хорошо. Я не понимаю, почему так реагируют. Ну ладно. А у меня жарятся кабачки, варятся суп. Я хочу сделать себе кофе. Попить кофе с молочком. Ты что, все еще уроки не доделал? Да. О, Господи. Ладно, оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Ну и всем, конечно, крепкого здоровья могу только пожелать. Смотря что творится по всей России, по всем странам, желаю всем крепкого-прикрепкого здоровья. Чтобы на всю 1000% было ваше здоровье самым крепким.